Как многим известно, 2017 год в Дагестане объявлен годом поэтессы, прославившей республику на весь мир, Фазу Гамзатовны Алиевой. Талант и мастерство прозаика выражалось в каждой строке произведений, воспевавшей любовь к жизни, женщине и родине. Именно эта тема стала ключевой для участников литературного марафона, развернувшегося в средней школе номер 7. На мероприятии прозвучали не только произведения Фазу Гамзатовны, но и в постановочных сценах были затронуты моменты из ее жизни. Забилось что-то на левом боку, как цыпленок проклевываешь свою скорлупу. У меня появилась потребность что-то писать. Признали первые строчки. Привет тебе, герой, от пионера в гор. Написав стихотворение, я успокоилась. Показала свое творение учителю, он похвалил. Так мне в школе нарекли поэт. Фазу Гамзатовна внесла существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Помимо этого, занималась правозащитной деятельностью. Фазу Алиева часто говорила, что поэзия очищает человека, делает добрее. Стихотворения Фазу Гамзатовны переведены на многие языки мира. Кроме того, она была удостоена многих наград на пути своей творческой жизни. Однажды на снежной вершине Акара в груди моей сердце вдруг сделалось тесно. В седых облаках утопали вершины, стремнины застыли, разинувши пасти. Сливались стремительно горные реки и крикнули сердцу незримые строки. Нам тесно в тебе, отпусти нас на волю. Все выше тропа уводила и выше змеясь по могучей спине до галерима. Как отметили инициаторы литературного марафона, основная цель проводимых мероприятий – ознакомление современной молодежи с историей дагестанской литературы и выдающимися личностями, одной из которой была Фазу Гамзатовна. Растущее поколение может для себя подчеркнуть очень много полезного в жизни. Любовь к отечеству, к родине. Она воспевает женщину, женщину-мать. Ну, мне кажется, это будет очень ценно для нашего растущего поколения. Фазу Алиева – голос мира и добра. Именно так ознаменована вся творческая яркая жизнь поэтессы, в произведениях которой сохранилась культура и самобытность дагестанского народа. По словам организаторов, путем проведения таких мероприятий подрастающее поколение узнает о многовековых ценностях Дагестана, что служит стимулом в патриотическом воспитании. Вика Сулейманова, Расул Гаджиев. Информационная программа «Пульс».